Спортивное свято для супрацовников и их семьи прошло сегодня у Гомельском областном управлении департамента аховы. Тут организовали первую городскую спартакияду сирот профсоюзных организаций «Тата, мама, я, спортивная семья». Спорт – неотъемная частка у системе работы департамента аховы, але у таким формате споборництвы проходят у першиню. Удельничают 5 команд с 4 городских подразделений и областного управления. У каждой по 3 человеки. Один из батьков представник ведомства. Попереднего отбору на споборництвы не было. Заявились самые активные, креативные и спортивные супрацовники разом с семьями. Им пропоновали продемонстрировать свои творчие и спортивные здольности. Борьба на пляцовце разгорнулась серьезная, але перемога все ж не головная. Задача прежде всего создать радостное настроение, создать праздник. Здесь присутствуют не только работники наших подразделений, а также их семьи, их дети и показать детям наши возможности, наши жизнь, быт. Это то, к чему мы стремимся, чтобы каждый ребенок мог понимать, чем занимается свой родитель, куда он ходит на работу. Ну и в целом сплоченный коллектив – это всегда радость, это всегда хорошо.